Дальше я решила для сумочки сделать крученую ручку. Для этого нам потребуется два разъемных колечка. Это принципиально, чтобы они были разъемные. И вот остаток нити где-то примерно 12 метров. Нить у меня целая, и для того, чтобы сделать ручку, вот эти два кончика, надо просто сшить. Я сейчас сошью кончики. Итак, я нитку сшила, и теперь она получилась такая замкнутая в кольцо. Здесь около 12-13 метров. Да, и теперь эту нитку нужно сложить два раза пополам. То есть один раз пополам и второй раз пополам. И получится такой длинный жгут, состоящий из четырех ниток. Причем концы должны у них совпадать. Теперь нужно воспользоваться чьей-нибудь помощью. Ну, или повесить вот эти вот конец, один конец этого каната на какую-нибудь ручку. Да, и начать крутить все время в одну и ту же сторону. Крутить до тех пор, пока как бы не будет очень плотно скрученное. Да, пока вот это плотность скручивания вас не устроит. Данный жгут будет сделан соединением всего одного шва. То есть вот я первый раз сшила нитку в кольцо, и все. На этом сшивании ниток больше не будет. Все остальное как бы будет бесшовно, но именно поэтому нам нужно иметь разъемные колечки. Другие кольца вы просто не вставите. Когда вы скрутите ее всю, получится вот такой вот крученый жгут. И у вас устроит плотность этого скручивания. Возьмите одно полукольцо, вставьте его в один конец, второй конец снимите с ручки и вставьте в это же полукольцо. В это же кольцо, конечно, в это разъемное кольцо. Дальше дайте просто ручки закрутиться. Она закрутится практически сама. Просто расправляйте ее, чтобы она свернулась так, как нужно нам, а не так, как нужно ей. Вот она уже свернулась в один такой канат. И теперь берем второе разъемное колечко и точно так же его вставляем. Таким образом, ручка получилась всего с одним швом. Ну, можно здесь скрутить потуже еще. Я просто вам показала по-быстрому, как это можно сделать. Вот у меня получилась такая ручка. Теперь эта ручка, так как она у нас на разъемных колечках, очень легко одевается на нашу сумочку. Кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание!